Всем привет! В последнее время в БС очень сложно придумать какой-нибудь новый режим. Даже если ты там сделаешь что-нибудь свое там крутое, все равно тебе кто-нибудь напишет в комментариях: а зачем ты украл эту идею? Я ее уже видел там у китайского ютубера Хинзя Ниня. Но то есть я веду к тому, что любая новая идея будет как-то пересекаться со старой. То есть сложно придумать что-то такое прям новое, что никто еще не снимал. Ну вот, я сегодня решил записать новую идею, которая называется Slenderman в БС. Но все-таки она чем-то похожа будет уже на некоторые старые мои видео. Возможно, кто-то даже поймет, про какой видос я говорю. Но все-таки это новое видео, новая идея, все будет совсем по-другому, поэтому, как говорится, why not? То есть почему бы и нет? Почему бы такое и не снять? Ну что ж, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, ну и все тогда, начинаем. Итак, сегодня по сюжету мы будем обычными путниками, которые забрели в какой-то затерянный лес. И наша задача здесь уничтожить 10 ящиков. Если мы это сделаем, справимся с этой задачей, то нам можно выбраться из этого леса. Но есть одна проблема. В этом лесу живет Слендермен. По сюжету Слендермен — это такой опасный монстр, который живет в этом лесу и забирает путников в другой мир. Ну, мы, конечно же, в другой мир не хотим отправиться, поэтому нам надо все это будет сделать очень аккуратно. Мы будем играть на динамайках, ну а Слендермен получается на буле. Начинаем. Вначале у нас никто не бежит, просто для Слендермена банки забираем. Все, у него есть 6, ой, 5, 5 банок. У него банку забрал коллекционер, блин! Зачем он это сделал? Я даже не знаю, что делать сейчас. Наверное, надо его убить, да. Так, ну что ж, все, Слендермен у нас зашел в кусты, давайте тогда кидаем смайлик. И все, можно начинать, погнали. Так, все, давайте аккуратно продвигаться, здесь где-то в кустах Слендермен. Так, ну нас много, так, аккуратно. Ищем его, ищем. Так, если что, он может там и по телепортам ходить, и ультовать, и все такое. И у него еще скорость. Так, вроде нет, Все, он сзади, бежим, просто бежим. Так, забираем банки, разрушаем точнее. Разрушаем банки. Так, 10 банок здесь всего. Так, эту тоже. Блин, опасно. Как бы он не появился здесь. Блин, что если он просто появится откуда-то? Так, забираем еще и эту. Так, вроде он где-то вдалеке там кого-то убивает, хорошо. Так. Ай, нет, перчик, за что? Блин, меня съели, обидно. Ну что ж, не судьба в этот раз. Сейчас у нас будет новый Слендермен, надеюсь, что тут хоть у кого-нибудь получится выбраться. У прошлого вот не получилось. Так, ну что ж, кидаем смайлик и начинаем, давайте. Давайте. Так, ну что, где этот Слендермен спрятался? По идее, если он где-то здесь стоит, мы вообще можем его вынести, загасить. Нас же очень много. Так, по-моему, его здесь нет. Да, проходим, проходим. Так, аккуратно идем. Он слева, Так, давайте тогда разрушать ящики пока что. Разрушаем ящики, он где-то снизу остался. Хорошо, разрушаем, Так, замечательно. Вот как бы он здесь не появился, давайте сейчас уходить. Так, все равно опасно. А что если он здесь где-то? Так, давайте сюда. Все, все ящики забрали, можно выбираться. Выбираемся, Он же не здесь? Нет, его нету здесь. Хорошо, отлично, я сбежал. Ну, не важно, что мои тиммейты остались там, как бы выживать сильнейший. Вот. Эх, не получилось, И последний, кто-то остался. В этом лесу. Нет, уже не остался. Ну, значит, я один, придется одному уходить. Окей. Ну, сейчас посмотрим, насколько вообще тяжело играть за Слендермена. Попытаюсь никого не пропустить. Так, смайлик им кидает перчик. Пока что надо занять позицию. Давайте где-нибудь здесь. Я встану. Все нормально. Так, перчик им кинул смайлик, они уже начали. Так. Что? Как? Как он понял, что я здесь? Что это за читер со вторым телефоном, который играет?
Да вы серьезно? Так, минус 2. Минус 3. Ай-яй-яй-яй-яй! Серьезно? Окей. Окей. Так, где он? Где он? Блин, он направо побежал. Черт, все плохо. Они почти все ящики забрали. Так. Надо здесь уже быть. Так, последний ящик я вижу. Последний ящик. Так, и они сейчас сюда пойдут. Привет. Хорошо. Остановил. Так, четверо осталось. Блин. Ой, нет, 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 нельзя давать. Так. Да что такое? Он что, не может перепрыгнуть? Где он тут? Ай, ай! Почему мне приходится прятаться от динамайков? Что это? Что это за читы вот у верхнего? Он что, угорает? Как он попадал? Блин! Перчик прошел, да что ж такое? Да... Еще один прошел. Так, но этот не пройдет. А все, тут уже туман, тут уже никто не пройдет. Отлично, только двое прошли, получается. Ну, два это не три, поэтому нормально. Два человека у меня прошли только. Интересно, а у кого-нибудь еще получится всех задефать? Но это очень тяжело на самом деле. Так. Ну что ж, давайте тогда начинаем. Начинаем. Так. Ой, кого-то убили. Перчика. Ну, решили устранить самого главного конкурента, чтобы он первым не выбрался. Ой, не туда. Не туда. Хотел наверх перелететь. Хорошо. Все, он снизу остался. Так, уходим. Бежим, бежим, бежим. Так, забираем ящики. Отлично. Ультовать нам, к сожалению, нельзя. Мне кто-нибудь будет помогать забирать ящики? Что это? Почему я здесь один? Давайте разрушаем. Так, он вроде бы где-то снизу. Судя по тому, что он кого-то там убивал. Поэтому можно пока что здесь... окей. Окей, отличная игра. Не ожидал его там увидеть. Но давайте просто посмотрим тогда, чем же закончится эта история. Значит, все банки уничтожены. Так, коллекционер проходит и доходит до конца. Эх, как же так. Крафтер Дэн залетает. Ничего себе! А вот человек с ником Шоколад смог пройти как-то. Реально, он как-то прошел мимо Була, жесть. А, двое выбрались, окей. Ну, давайте покажу еще раз, как играть за Слендермена. Короче, я сейчас буду действовать по 300 IQ тактике. Вот такой вот 300 IQ тактики. Все, ждем смайлика Перчика, и они начинают. Что, блин? Как они меня спалили? Офигеть. О, кто-то кого-то убил, хорошо. Спасибо, помогает мне выполнить мою работу. Так... Привет, как дела? Как дела? Отлично. Хорошо. Минус 3, минус 4. Эх, не попал в этот раз. Так, догоняем, догоняем их. О, можно вот так сделать. Отлично. Так, они что, собрали все банки? Они сейчас будут выбираться. Блин, два уже прошли. Как они прошли? Ладно, давайте дефать остальных. Здесь же еще двое в кустах. Так. Ну где тут они? Они сейчас пойдут. Да где они? Где они? Им надо идти. Тут уже туман подходит. О, вот там вот кто-то. Привет. Не успел. Ай, как так? Как же он по таймингу вышел? Окей. Ну что ж, в этот раз я пропустил троих. Ну что ж, на этом все. Можете оценить этот режим в комментариях, но, как по мне, он так достаточно прикольный. Кстати, вот раньше в Ютубе была очень такая полезная штука, которая называлась опросы. То есть можно было устроить опрос там в любой части видео. Я, например, тоже раньше иногда любил это делать, например, там спрашивал у зрителей, верите ли вы в Деда Мороза? Я помню, там почти половина ответили, что верят. Но, к сожалению, сейчас эту штуку убрали, поэтому... Выражайте свое мнение в комментариях, сейчас только так можно. Ну а на этом тогда все. Спасибо за просмотр. Всем удачи. И пока.